Пензенская область и Беларусь станут еще ближе в культурной сфере. Взаимные гастроли театральных и музыкальных коллективов, проведение фестивалей и фотовыставок, реализация совместных молодежных и туристических проектов – это лишь ряд договоренностей, которых удалось достичь во время пребывания делегаций из Бреста в нашем регионе. Вчера имел разговор с Юрием Витольевичем Шулейко, это председателем Брестского облсполкома. Он просил всех поблагодарить. Они вчера как бы провели встречу, на которой делегация доложила о том, как они у нас тут побывали. Знаю, что все работали с полной отдачей. Ну, соответственно, огромное спасибо. Также, как отметил губернатор Олег Мельниченко, в ходе переговоров в Пензе налажены еще более тесные связи и в ключевых экономических отраслях, в строительной и жилищной сферах, в сельском хозяйстве и везде исключительно на взаимовыгодных условиях. Об этом заявляет и белорусская сторона. Мы ищем общие точки соприкосновения, находим их. И самое главное, что у нас есть перспектива. У нас наработки очень-очень солидные и серьезные. Не все они еще осуществлены, но я думаю, что мы будем идти в этом направлении. Я хочу сказать, что мы пойдем дальше. Мы будем развиваться не только в экономике, мы будем развиваться в социальной сфере. Уже в июле представители нашего региона примут участие в 31-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. А в областном центре на площадке «Пенза-концерта» запланировано проведение кинофестиваля студии «Беларусь-фильм».